такие домики. Чехи живут в таких домах. Я немножко снимал дом. Чешский. Это мне немного напоминает наши Карпаты. Это речка. Чистый воздух. Там трактор. Правда, у меня телефон не очень позволяет, ну, не очень хорошо снимает, и вот качество не очень хорошее. Конечно, в поезде ездить намного комфортнее. Вот я сижу, мне так удобно, не представляю. Вот. Ну, реально, как Карпаты. Такое славское, у меня там есть родственники. Правда. Мы в Праге были давно, ну как, 2 года назад. И вот сегодня я еду на поезде, автобус едет позже, через час. А я решил ехать на поезде. Я просто не один раз я ездил на таком, типа, трамвайчике в село тут, в Чехии, а в таких поездах ни разу не ездил. Вот для сумок есть вешалки, люди одежду свою вешают, для столики. Все скромно, но чисто и аккуратно. Нет. Мои ноги. И очень мало людей. Что мне нравится в общественном транспорте в Чехии, это то, что здесь мало людей. Ну, всегда есть куда присесть. Вот какие красивые дороги. Вот какая-то станция. Вот поле, видите? Так, остановочка. Там просто